Лучшие предприятия получат соответствующие дипломы. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о том, сколько компаний стали лауреатами соревнований. В число победителей вошли 46 лауреатов. Все кандидатуры после тщательного отбора были утверждены на заседании конкурсной комиссии. Продукция этих организаций участников отвечает самым главным критериям – качество и безопасность. Только такие продукты вправе использовать маркировку «Сделано на Кубани». Я уже говорил о важности этого конкурса для кубанских производителей. Знак «Сделано на Кубани» поможет выделить нашу продукцию из множества товаров и, я подчеркну, будет являться гарантом высокого качества продукции местных предприятий. Также победители конкурса «Сделано на Кубани» смогут использовать знак в рекламных целях и размещать его на упаковке продукции в течение 2 лет со дня получения диплома.